как понимаю, царь нашествия, да? Как вас зовут? Царь. Виталий? Царь, просто царь. Откуда вы приехали? Из Тулы. А? Из Тулы. Из Тулы. Как настроение-то вообще? А по мне незаметно. Ну, по вам заметно. Но вам нравится здесь вообще? Мы уже больше 10 лет здесь отмечаем это нашествие эмоций. И самое главное, что есть у людей, и то, что у них остается в будущем, в прошлом, в настоящем, это эмоции. Все остальное не имеет смысла. Ни деньги, ни все остальные. Ну вы поняли, о чем я говорю? Ну конечно. Просто... Проехал 4000 километров до сюда. Ни в чем не разочаровываюсь, вообще все замечательно, настроение просто класс. А откуда вы? Новый Уренгой. А когда приехали сюда? Четверг, в обед это. И как пережили вот ночь, вот утро, вот этот слякоть, как вам все это? Да, концерты это все как бы перекрывает, слякоть и дела. Я уже четвертый раз здесь, просто все замечательно. Все нравится, отлично, да? Вообще.